Добрый день, уважаемые коллеги. С 23 августа по 5 сентября пройдут 6-е армейские международные игры. В настоящее время к отборочным мероприятиям, турам привлечено около 50 тысяч российских военнослужащих. Соревнования стали эффективным инструментом для выстраивания открытых доверительных отношений между оборонными ведомствами разных стран. За 5 лет в играх приняло участие свыше 20 тысяч представителей армии 40 стран. В этом году приглашения отправлены 90 государствам, включая членов Североатлантического альянса. В программе игр 31 конкурс, они пройдут в 11 странах. Это Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Россия, Узбекистан. Первый один из конкурсов «Полевая кухня» будет принимать Шри-Ланка. Ожидается приезд 250 команд общей численностью 6 тысяч человек. Чтобы сделать поединки еще более зрелищными, мы повысили сложность трасс и судейские требования, объединили некоторые испытания, ввели в конкурсы новые элементы. Для проведения соревнований на высоком уровне предстоит большая скрупулезная работа, в том числе с привлечением федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций. Особое внимание следует уделить комплексной безопасности, медицинскому обслуживанию, а также логистике. Сегодня обсудим, как ведется подготовка к армейским играм.